Мешок и счастье. Мулла Насреддин повстречал угрюмого человека, бредущего по дороге в город. «Что с тобой?» – спросил Мулла. Человек показал ему потрепанный дорожный мешок и жалобно сказал. «Все, чем владею я в бесконечно огромном мире, едва заполнит этот жалкий негодный мешок». «Да, плохо дело», – посочувствовал Мулла. С этими словами он выхватил мешок из рук человека и пустился бежать прочь по дороге. Потеряв все свое имущество, человек разразился слезами и продолжил путь в угнетенном состоянии духа. Тем временем Мулла забежал вперед и положил мешок прямо посреди дороги, чтобы человек непременно заметил находку. Когда тот увидел свой мешок, валяющийся на пути, он рассмеялся от радости и вскричал: «Ох, мой мешочек, а я-то думал, что совсем тебя потерял». Вот как легко и счастливить человека, наблюдая за ним из придорожных кустов и посмеиваясь, подумал Мулла.